Тогда мне дайте лучше.
Я, да, раздал ее. А, я своим раздал там. Thank you.
мессенджеры. Да. Если был бы ноутбук, все работают камеры. Здорово. Я говорю, если был бы этот, как его, ноутбук, можно прямо сразу впрямую. Там получил, знаешь, немножко там, за девочку там еще там за дому, ну там там дом 1600, да, дома и это Диана и Маричик сразу за троих, ну там за дому, так девочка. А ты сказал, что сколько получили, да? Нет, ну я не знаю. Она что же получает? Она же как чемпионка мира, как чемпионка Европы. Ветеранам они тоже получают. И как, то есть все известно, сколько она получает все. Ничего не стоит. Я говорю, Маша, камера, 3000. Это из той команды, где Коза, где Леня Стоц. Как там Леня сейчас? Ой, хорошо поживает. У него сейчас два трудных турнира было. Зёры. Да. И по классике... Да. Два трудных турнира. Уже не откажут никому. А что он там делает? Он записал бумаги, деньги. Не у нас, чтобы искать деньги. Записывает. Не у нас, чтобы деньги искать. Там все дают, в Молдове деньги есть. Правильно? Тоже надо искать. Зачем искать? Там есть министерство, там есть деньги. Искать. У нас тут. Что они говорят? А уже надоело. Зато просто... После приезжа возвращается, нет? Не знаю. Я просто в другом районе. А этот что, боксер привез борцов? А, да. Не, по боксу. Правильно? Мы тогда и по боксу пали. Так, золотые годы были, когда приезжали в город. Вот там было классно. Золотые годы, да, когда у вас здесь республика. Сборная команда. Какие ребята выросли? Чебаны, Мурейка, Токарева, Грибовец. А Мурейки сейчас куда? Я не знаю. Вот Юрий видел, я был на фотографии. Видел в Кишиневе его. Он так похудел. Страшно. Может, хочешь бросить ветерана? Согласен? Нет, так ему все равно. Почему не болел? Да. Такая... Просто... А сейчас... Дело в том, что надо привидеться, это очень плохо. Очень сильный вес ушел. Не буду говорить. Да. Он приходил на турнир, кажется. Я не был сейчас. Нет. Я был занят. Он вроде бы был на турнире в этого узора. Вот как он походил. Вот идет курица. Зовут курица. Юра, подожди, подожди. Юр, сядь, пожалуйста. Yeah!
Поехали.